были отличные кроссовки. Давал мальчик кроссовкам покоя. Бегал в них, прыгал, играл в футбол. Молодец, умница. Итак, у кого были отличные кроссовки? У Миши. У Миши. Что он в них делал? Играл в футбол, бегал, прыгал. В общем, не давал кроссовкам покоя. Поставь кроссовки от такой жизни и сбежали от Миши в лес. Ничего себе кроссовки! Что сделали кроссовки? Сбежали. Куда? В лес. Сбежали от Миши в лес. Идут себе по дорожке, а навстречу им заяц прыгает. Увидал он кроссовки, обрадовался и надел их. Вот это да! Где шли кроссовки? По дорожке, а навстречу им попался кто? Зайчик. Так, а что заяц сделал с кроссовками? Он их надел. Надел их на ноги и пошел гулять. Тут, как тут. Погналась за зайцем. Ухватила его за лапки. За лапки. Лапки его и след. Простые. Ларик, молодец. Только кроссовки на дороге лежат. Ой, лиса-то обрадовалась. Надела их и идет красуется. Кто надел кроссовки после зайца? Лиса. А где она их взяла? Зайца. Она за ним погналась, схватила его за лапы, а заяц испугался, бросил кроссовки, убежал. А тут Андрюшка читает. Волка порой бегал, увидел ее в кроссовках и давай хватать. Андрюшка, кто кого увидел в кроссовках? Волк увидел в лесу в кроссовках, и он засмеялся, что лиса в кроссовках. Дальше почитай, Дема. Дем, вот тут рассердилась. Видишь, Дем? Рассердилась лиса и кинула кроссовки прямо куда, Дёма? В лужу! Ужас какой! Почему лиса рассердилась? Он увидел её в кроссовках и засмеялся. Да, ей не понравилось, что он засмеялся, что она в кроссовках, да? Кроссовки в итоге, ребятишки, где оказались, Арсений? В луже! В луже! А дальше, Сань, читай. Лежат они в луже по прежней жизни, скучают. Друга Мишу вспоминают. И вдруг видят, идет Миша по тропинке. Оказывается, он по следам свои кроссовки нашел. Класс! Ребятишки, кто кого нашел? Миша нашел кроссовки по лицу. По лицу, по следам. Кроссовки следы оставляют. Принес их Миша домой, помыл, щетку почистил, потом надел и радостно побежал во двор играть в футбол. Мальчишки его уже давно там заждались. Заждались. Зачем Мишка чистил кроссовки? Вы были чистые. А почему-то они стали грязными, Тома? Потому что лиса бросила в лужу. Лара, а почему лиса в лужу кроссовки бросила? Лиса обиделась на волка, а она обиделась на него, потому что он смеялся, что она в кроссовках. Ля-ля, 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 ля-ля.